Ну, короче, у меня с четверга опять не будет по воскресенье в рейдах регулярно. В понедельник, вторник, среда. Искат не бей меня. Ну, большого сага или двоих. Один этот с глистами. Забирайте этого. Так, систы есть, но есть. Че, возьмем его в рейд? Меня? Ну, блядь, смотри сам. Он так ладно. Фу, там герой сейчас зайдет просто. Ладно, пока на замену тогда. Там это идите и выйдите. Джейдницы. Там этот ног идет, мы его не загрим снова сейчас? Нет. Да не должны. Рога, Джейс, Хелл. Тунга. А что вы мне пишете, чтобы я его делал? После готовых подруги? Я тебе в диси говорю, иди и выйди. В чате написал, иди и выйди. Готово? Да. Рыбу ставьте, ты не ешьте. Сейчас рыбу поем. Мне кулак не дали. А где кулак? Такие рыбы нет. Дим. Ешьте фулейбам, делайте. О, блин, у нас один паладин. Дим, отдай мне, пожалуйста, один от вас. Блять, ну ебаный отдум. Угу, спасибо. Сейчас я лоут быстро сделаю. Кто у нас, да, ничем-то? Угу. Нам сельдерей готовы? Астрали в аркан спекись.
она нет. Сейчас эти пройдут. Он навсегда заэвайдился или они появятся? Да, ну, да, навсегда. Все, можете подходить. Гуляй по готовности. Все, перебегаем. Стопните. Стопайте, не бейте того же. Все, заливайте. Рагнадру, а ты ни про что не забыл? А Гелу? А Геру может. Дайте Гелу, если хотите. Как быстро вспомнил. Тунга, где лицо? Он не в Диссе, он не услышит твои приколы. Он в другой комнате. Но я говорю. Перетащите меня.
он выпал хоть. Хорошая твинка. Естественно, кое не выпал. Тут в корабле упал. Угу. Тут с корабля. Вот этот корень, да? Да, да, вот этот корень. Который уже на поясе, я так понимаю, есть. Да, я его закосарю. Закосарь, рак на другу. Алло, рак, закосарь. Ага. Да, закосарь, блядь. Идите нахер. А с кораблей никто не будет ролить, кроме Охтанта, да? Ну, Хайтон будет. О, хорошо. Давайте сейчас Рогу ебафайте это. Рыбу ему ставить не будем, он все равно не дамажит. А за это время я не знаю, сколько там так уже появилось. Ну давайте, пристабаф там по нему. Инту. Все, начинайте рыбачить. А скоробей получается, когда 10 стаков набирает, спадает, да? Чего никто не рыбачит, алё? Да, ну там если вторая тринка есть на там, то 20 это стаков. Вы говорите рыбачить, а рыбу забрать нельзя. Чё за рыбаки, блин? Типа групп Лутона было поставить. Ладно, кликните на раб. Визит баф. Появится комбат, я крикну еще раз. Угу. Неужели вы его поймали с 15-го раза? Водомет против часовой. Почему сейчас выныривать? Можно же под водой весь бой провести. Так, гвардов не бейте, дайте собрать. Метку встаньте все. Все, бейте.
Водомет. Получасовой. Водомет против часовой. Не бейте босс. А не стопайте городов, не бейте пока. Люди не заразны. Мне, кстати, подскажите, у нас сборщиков травы не осталось в рейде или их нельзя собирать? Надо, чтобы полутал тот, кого это... Помню, постоянно за них драка была раньше. Ну, только за больших. С маленьких нет. Вот, с него, видишь, можно собрать. Я предлагаю голду купить.
Давайте боешки роль. Бое. Е. Рэл, давай боешку собирай. Где? Лук не на мне. Бое в ГБ. Нет. Ну что мне потом патроны покупать? У тебя же есть проф. Ну, пользуйся им. Давай я буду твоей профы потом пользоваться. Mm-hmm. Не будешь делать эти чарки, я их буду продавать. Так уж и быть, Риги, я тебе дам. Мне кажется, не заманчивая, но не сильно. Нет, ну я Риги тебе дам, но, конечно, лучше было бы, если бы ты свои Риги использовал. У меня есть свои. Немного. Телегой. Да-да, ты же застрял. Ой, зараза, ты. Ой, там сзади мол. Дистанцию берите. Ой, вот через 15 минут. Узнаешь по щипальцам? Нет, по этой зеленой хрени вредить. Блять, ну куда вы его? Не двигайтесь, просто стойте. Бейте этого большого. Флейд может, блядь. Может, ТПшнитесь, там Долоране будет проще его бить. Ну, поближе подвезите его, блядь.
у вас лоб не крашанул. Нет, все в порядке. Меня крашануло, и обнова на 140 метров пришла. Так сейчас у всех обнова будет, потому что блять, там... Блять, это обнова с нерфом совы. Ну, ёп. Буду я не админ. Вставайте к интересности. Сейчас ММ хантов опять апнутся. Сдолбали хантов апать. Ты вспомни, что было 2 месяца назад, они же вообще помойка были. По 30к наносят, блядь. Их не нерфят. Сурвов нерфили как раз, который по 30к наносит. Сов уже 7-й раз, блядь, нерфит. 1 раз переапали. По-моему, локов в каждом обновлении туда-сюда крутит. Вот были с тобой на охоте там это и сова, и ММ, блядь, 30к дали. Ну нет, как раз там ММ поменьше давал. Наоборот, он, по-моему, больше дал. Ну, чуть-чуть там, буквально. На магике. На магике он больше дает, потому что совежек оставать надо. Канта во время отталкивания хоть что-то там делает, стреляет, еще что-то. Ну... Ты только дотки можешь вешать. На груле та же фигня. Ну, на груле тоже хант больше дает, потому что это... Там не... ему пофигу на сало. А вот в Ике сова больше давала. Ой, рак. Блин, а на выки... Понятно, что он там больше давать будет, там трэша больше. Ну, на этих двух, как он там, валькир или как там? Там вообще сова почти 60 дала. Ну, понятно, там урон 2 раза выше. Блять. Чё тут фигня, блять? Я 2 раза подряд упал, короче, в щель на лифте. Да, есть. Бьем большого, поставлю.
Ну, ты не стой здесь, от тебя как бы не особо большая польза. А яд распространяется сильно. Не двигайтесь пока. Из ложи только выбегите. Все, есть, все. Так, еще майка. Я сейчас одну минутку отойду, не рольте, пожалуйста, тренера. Хорошо? Хорошо. Бафы сидим крышпить.
Нет. Орешки не будем рулить. Ладно, добивать этого моба и выходить там обновленного.